сегодня к нам приехал Lexus LX 570 такого же цвета, как мой наряд, чтобы мы до него установили два независимых устройства, первое из которых это цифровой ТВ-тюнер для задних пассажиров. Счастливые дети смотрят мультики. Смотри. И на водительский монитор мы также установили мультимедийное устройство, через которое сейчас включен Яндекс.Навигатор. Пока нам предстоит дальний путь в город Пензу, хочу сказать, что ТВ-тюнер также можно включить на переднем мониторе, то есть вся дружная, веселая семья, как вот это вот, может смотреть один и тот же мультик в один и тот же момент. И также весь звук проигрывается через штатную акустическую систему. То есть все могут слушать и смотреть одни и те же мультики. Господи, бедный водитель.